на бис это какой-то египетский фараон, да? Нет? Возможно, послышалось, возможно, ошибся. Хочу видеть ваши фонарики, друзья! Вы уверены, что вы не хотите петь на бис для этих людей? Такие! Нет, нет, это другое. Это другое. Пусть там кричат. У нас другое. Друзья, я хочу еще раз попросить вас поаплодировать группе «Пим Райкэс» ваши аплодисменты! Энергии у вас предостаточно, я в этом убедился, ребята тоже в том числе в этом убедились. Друзья, хочу в двух словах напомнить о наших конкурсах. Сегодня вы стали свидетелями награждения. Мы действительно наградили трех участниц, фотографии которых собрали больше всего лайков. Славик, конечно, не одна из них, и не знаю, к счастью или к сожалению. Но он просто так устал, что ему нужно на кого-то опереться. Мое правое плечо и левое, видимо, именно то, что нужно. Я могу в двух словах, как раз ты отдохнешь, да? В двух словах напомнить. Конечно. Спасибо большое. Друзья, короче. Славик, еще тот тролль, я понял. Кто фотографировался с девочками, с флагами BMG Band? Есть такие? Есть! Напоминаю, друзья, эти фотографии не стоит класть на какой-нибудь там облачный диск, либо Google диск. Фотографируйтесь с девушками, обязательно, чтобы там был логотип BMG Band. Выкладывайте в Instagram с хэштегом BMG Band, и через две недели, возможно, именно вам будет счастье, потому что 4 июля здесь же, в Аркадия Сити, наш следующий концерт, на котором мы наградим того человека, фотография которого наберет большее количество лайков. Также регистрируйтесь в группе ВКонтакте, смотрите первый клип ребят, оставляйте под ним, собственно, свои мысли, свои впечатления, и, возможно, именно вы станете победителем и будете награждены 4 июля. Я не буду больше испытывать ваше терпение. Встречайте снова на этой сцене. Я пропал на втором речи. Не знаю, что петь. Yeah.